protegido. Mis oídos y mis ojos siempre están pronosticando tu muerte. No me dejes verte. Ну чё, тут макрос как бы не особо помогает, потому что не надо клацать. Я с такой же скоростью, как макрос, могу и клацать. За БТРом. Один за машиной. А не, справа у нас же. Вот он, макрос. У них снайперов нет, что ли? Похоже. Слева двое вышли. Чё, у них один свалил? Мы типа штурмовали? Один слева на балконе, короче. Пробую снять его, короче. Где война? Вот не справа. Балкон левый. Попал. Право лежит. Зачем было? Откуда взялось, блядь? Да не будет крысить. Ну, пускай. Да, можно, в принципе, тоже, да, покрысить. Да не, как бы чисто крысить не получится, их меньше. А так потихонечку. Все равно они, блин, на этой карте, блядь, крысить. Надо уметь. Это по кому ты стреляешь? Да, там огня был. Ага, бегай. По мне попал. Сейчас попробую. Один справа, Макс. Не спрыгнул слева меня. Что-то на первый этаж, по-моему, побежал, в вашу сторону. Попал. Да. На первом этаже. Не слева, слева. Да как? Гектор, блин. Да, я справа был. Справа перебежал. К тебе, Макс. Спасибо. Слева синий. Хорош. Бля, тут. А, блин. Красава. Сзади тебя. Побежал, короче. Куда? Тебе прям. Нет, нет, парень. Да, вот сейчас бежит к тебе. Где? Видишь кого? Нет. На гараже, короче, первый этаж. Там был. Да-да-да. Он за этим, за желтым. Один, короче, на втором этаже был, но я не знаю, может, он спустился уже.
На крыше. Спустился на первый этаж. В гараже первый этаж. За мной бежит. На втором этаже. Да, спустился к тебе, Макс, бежит. Ну, я в комнате буду сидеть. Там под углом. Блин, он уже в центре у нас, ну, чёрт. Ладно. Сейчас я, короче, стану с кемпой на втором этаже. Такой херни больше не повторится. Гараж. Правый, желтый. Правый, желтый еще есть. Бежит к нам. Бежит. Не, не пали позицию, стой. Там желтый. Бля, да умри ты, сука.